Что есть духовная любовь? Что есть духовная любовь? Сестивесть ждя, так возлюби же ближнего, как самого себя, и он тебе ответит любовью на любовь, и возродится на земле гармония бытия и снов. Любовь прозрачна и чиста, она наивна, как ребенок. Испытывать ее любовь, учиться надо в нас пеленок. И если любишь ты кого, надеясь, долго терпишь, воздастся по любви тебе, которую посеешь. Мы все единая семья, и ты, и он, она, и я. Узбек, японец и нанаец, американец и малаец. Не внешний вид, не цвет лица, заметной роли не играют. Мы дети одного отца, который каждый шаг нас знает. Бог любит одинаково нас всех и терпеливо нас ведет по жизни. Мы братья все и сестры на земле. Казахи, узбеки, чеченцы, осетины. Так возлюби же врага враг, сестра сестру и брата брат. Как самого себя ты возлюби весь мир вокруг и озари огнем негаснущим любви былинку под ногами, куст калины, жука или муравья, пчелиный рой. Мы часть нас окружающей природы, так возлюби же камень под ногой.